И чтобы поддержать этих настоящих мужчин, участников специальной военной операции собрались в районном ДК «Белокалитвинцы». Ровно год длится СВО, и весь этот год вся страна делает все, чтобы бойцам служилось хоть немного легче. Жители Белокалитвинского района, естественно, не исключение. К помощи подключились люди всех возрастов и профессий, и патриотические объединения, конечно, в первых рядах. В первую очередь сила армии является подготовкой мальчиков к служению Родине, а также является развитием среди молодежи патриотизма к своей отчизне. В нашем отделении мы изучаем начальную военную подготовку, общую физическую подготовку и парашютную подготовку. Но помимо всего этого, мы активно поддерживаем участников специальной военной операции. Записываем мотивирующие видео, пишем письма и открытки, а также выставляем посты номер один. Пусть знают ребята, белокалитвинцы, принимающие участие в специальной военной операции, что мы здесь дома, гордимся ими, волнуемся за них и ждем их домой здоровыми и, конечно же, с победой. В общем, лозунг «Своих не бросаем» сейчас стал действенным и всенародным. И есть надежда, что бойцам на фронте это действительно помогает. Иван Поликин, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.